подожди. Извини. Да нет, подожди. Короче, этот, типа... На самом деле я в жизни не встречал такого человека. Какого? Ну, вот про которого я рассказываю. С которым мне было бы так уютно и душа в душу работать. И я знаю, что мы просто выебем мир. Просто не обижайся. То, что про тебя все забудут. Все мои, вся аудитория отныне моя, братан. Знай это. Я просто предупреждаю. Если что, ты запиши, я тебя подсоблю. Не слушал, я в хуй тебя смотрю. В хуй? А ты можешь обратно сесть? Мне немножко некомфортно. Да. Блям. Ёбаный в рот!